Всем тыквенный привет, с вами Dream. Ну что ж, ребятки, на дворе ночь, я записываю ролик. Это значит, что в игру наконец-таки завезли новый премиум кейс. И он полностью совпадает с тем, что мы с вами ранее видели в утечках. И в сегодняшнем ролике мы с вами будем открывать этот премиум кейс на нескольких аккаунтах. Посмотрим, что по дропу. Да, здесь у нас снова же гарантированная пушечка, ребятки. Если у вас есть 120 кейсиков, вы заберете себе эту скс-очку, да? Если она у вас есть, вам 3 материальчика накидают сверху, считайте за эти кейсики. Плюс к этому есть у нас еще и гаранты. Короче, будем открывать, посмотрим, что по дропу. Да, сразу же хотел бы извиниться, ребятки, за голос. Я приболел. В принципе, я говорил во вчерашнем видосе об этом, где у нас, кстати, ребятки, прокачка аккаунтов. Поэтому, если вы хотите участвовать именно в розыгрыше прокачки, ссылочка есть в описании. Переходите. Мы вчера запустили новый розыгрыш прокачки на целых 30 тысяч цешек. Для участия нужно просто быть подписанным, поставить лайкосики, оставить одишку в комментариях под вчерашним видосиком. Ссылочка есть в описании. Также в описании есть еще и ссылочка на розыгрыш 3 Royal Pass, который уже очень скоро. Поэтому тоже переходите, участвуйте. Всем вам желаю удачи. Ну и да, если вы хотите подкрывать какой-то кейсик или покрутить какую-то рулетку и не знаете, где можно приобрести круглосуточно, быстро, выгодно, оперативно и, что самое главное, гарантированно самые фартовые цешки, тогда, ребятки, обращайтесь в мой магазин UCшек. Самый лучший магазин на планете с самыми фартовыми UCшками. Ссылочка, повторюсь, есть в описании. Ну и для начала, по старой доброй традиции, сначала открываем на аккаунте Хардбаса, ну а потом, конечно же, перейдем на аккаунты ребят, которые копили кейсики и ждали меня всю ночь, чтобы предоставить свои аккаунты, за что им огромное спасибо. Давайте посмотрим сначала за UCшки, как сыпет, а потом посмотрим за бесплатные кейсики. О, у него и кейсики есть, давайте откроем и кейсики, чего нет-то. Так, я думаю, поставим... Чё? Мифик за купоны? Я это увидел. Мифик за купоны из премиум кейса. Вот это поворот. Вот это прям поворот-поворотище, ребят. Впервые за 5 лет я это увидел своими глазами. Мифик из премиум кейса за купоны. Если упадет еще один, я просто буду в шоке сейчас. Ладно. Мифик за купоны. Это что такое? Это аккаунт Хардбаса, конечно же. И шлем у нас еще упал. Окей. Ну и погнали дальше открывать за деньги, да, как говорится. Пока не упадет премиум. ЕСКС-очка. Ну-ка. Окей. Окей, обвесики. А вот и мифик. Нормально. Очень даже быстро. Я тебя понял. Да, но я как бы максимально удивлен, если честно, и в шоке от того, что мифик упал у нас именно за копейки. Ну, типа, не за копейки, а за бесплатно вообще упал. Алло. Это как так-то? Меня к такому жизнь не готовила. Это что, годно, что ли? Это что, очень даже годно получается, да? Еще одна веселька. Давай СКС-ку уже. Давайте быстро откроем 6 штучек. Ну давай СКС-ку. Давай. Ну докрутим, там упадут 3 материала. Вроде бы у Харда есть эта СКС-ка, если не ошибаюсь. Блин, надо было 10-ку открывать. Ладно, давайте вот так сделаем. Да, у Харда есть СКС-ка. Окей, я удивлен. Я очень даже удивлен. Хорошечно. Ладно, теперь погнали открывать у ребят именно за бесплатные тоже купончики. Может быть, там также сыпанет. Так, ну что ж, ребятки, первый аккаунт. Спасибо подписчику за то, что он готов предоставить был свой аккаунт и ждал 3 ночи вместе со мною. Остальные ребята также, им тоже огромное спасибо. Ну и в принципе, здесь у нас 128 кейсов. Давайте посмотрим, что у нас по дропчику. Поехали. Первая десятка. Давайте посмотрим, что по первой десятке. Чтобы вы понимали, мне уже скинули бота, что людям с первой десятки падает именно СКС-очка. Но это не наш случай, к сожалению. Давайте посмотрим дальше. Вообще интересно, он раньше гаранта будет падать или нет. Потому что, если помните, в прошлый раз с АВМ-очкой было все не очень-то и хорошо. Потому что она падала очень даже редко. Ну, нужно было забирать гарантов, конечно же. Так, идем дальше. Третья десяточка. Наверное, мы с вами будем до 50 открывать именно с пропуском, потом без пропуска.
или наоборот, чтобы, ну, было быстрее, потому что аккаунтов много, и открытий тоже много, мы с вами посмотрим сегодня, ребят. Окей, и до первого гаранта, так сказать. Давай, давай СКС-очку, будь так любезен. Нет, не вариант. Окей, давайте попробуем сейчас именно здесь посмотреть, да, упадет ли СКС-ка или упадет что-то другое. Поехали. Обвес. Не, ну обвес, конечно, это отдельный вид издевательства, когда у тебя нет пушечки, но обвес у тебя уже есть. Пусто. Давайте с пропуском откроем. Так, ну-ка, раз. Шлем. Вот это уже хорошо. Хоть какая-то легендарочка. Так, двас. Трис. Четырис. Гранатка, окей. Это у нас уже гарант, если что, ребятки. Давайте еще одну десяточку откроем. И из последней уже гарантом упадет СКС-очка. Но надеюсь, что может быть она отсюда еще упадет. Ну-ка. Весюлька. Весюлечка. Окей. Ну и погнали забирать именно гарантированную СКС-ку. Поехали. Такое себе, если честно, первое открытие. Но посмотрим, что будет дальше. Поэтому у нас несколько аккаунтов, чтобы вы могли сделать для себя правильный вывод, ребятки. Стоит или нет открывать. Четверочка. Кстати, на СКС-ку лишней не будет. Окей. СКС-ку забрали, обвесы повыпадали, из легендара вы видели сами, упал только шлем, граната и висюлька. Хотя здесь больше и нечему падать, если честно. Окей, увидели шанс дропа, поехали дальше. Так, ну что ж, следующий аккаунт, поехали, давайте посмотрим, что у нас здесь будет по дропу. Здесь ровно 121 кейсик, чтобы если вдруг не упадет ничего, гарантом можно было забрать СКС-очку. Но я надеюсь, хоть на каком-то аккаунте раньше дропнется, потому что, ну, это будет вообще не по фэншую. Давай. Ничего. Легендарки даже не падают. Давайте будем чередовать. Десяточка так, десяточка так. Может, это как-то повлияет. Кто его знает? Это же премиум кейс. Здесь на то все хорошо, то все максимально плохо. Но, если честно, как по мне, ну, максимально пустой кейсик, если честно. Нет, ничего. Идем дальше. Максимально пустой, потому что легендарных костюмчиков каких-то нету, да? Чисто висюлька, граната, то есть это, ну, как по мне, не скины для премиум кейса. Может, я ошибаюсь, напишите свое мнение в комментах, ребятки. Ну-ка, давай еще раз. Ну, давай еще раз. Нет, не падает СКС-очка. Ну, если честно, я думал пооткрывать еще за ЮЦ-шки на моем аккаунте. Но в прошлый раз я тоже открывал за ЮЦ-шки, если вы помните. Я ВМ-очка так и не упала. Также, то есть, надо было до гаранта идти, как и в этом случае. Поэтому такое себе. Так, ну-ка. Ничего. Так, давайте два гаранта откроем. Вдруг там что-то годное будет. Ну-ка. 4Х, окей. И еще один гарант. Граната. Я тебя понял. Окей, еще две десяточки и забираем гарантированно, я так понимаю, СКС-очку. Раньше она не падает, да? Пусто, даже шлем не упал. И последняя десяточка. Вообще, дроп, ребятки, не фонтан, вообще не фонтан. Там нечему падать, во-первых, да? Во-вторых, это не падает. Вот, СКС-ка гарантом просто дропнулась и все. Да, да, такое себе. Окей. Погнали дальше. Еще раз спасибо подписчику за то, что предоставил свой аккаунт. Так, ну что ж, ребятки, очередной аккаунт. Погнали. Давайте посмотрим, что тут у нас получится. Так, премиум кейсик. Здесь у нас 122 кейсика. Ребята подготовились. Главное, чтобы можно было забрать гарантик, да, посмотреть именно вообще, что по дропу. Ну, гарантик обязательно уже нужно забирать, если ты тратишь столько кейсов. Пока что СКС-ка раньше не падала. К сожалению. Ну-ка, давайте до первого гаранта так откроем. Поменяем чуть-чуть тактику. Нет, пусто. Давайте посмотрим гаранте. Ну давай, СКС-очку, она должна дропнуться. Не гарантом, пожалуйста. Весюлька. Весюлька, Карл. Человек копил эти 120 кейсов. Сколько времени? А взамен ты получаешь что? Весюльку. Весюльку, дядь. Вообще пусто, смотрите. Просто пустые кейсы. Это максимально обидно, если честно. Давай. Ну, конечно. Вообще ничего не падает. Это, как по мне, издевательство.
Ну, типа, можно было бы дропнуть СКС-очку раньше. Человек уже дошел бы до гаранта и получил бы еще и материальчики сверху. Ну, как пример. Но у нас, смотрите, сколько, ребятки, уже. Третий аккаунт, да, если не ошибаюсь, и... Тишина! Вообще тишина, ничего не падает. И это максимально обидно. Очень обидно, если честно. Давай! Ну давай! Шлем. Ну, хоть какая-то легендарка дропнулась, и на этом спасибо. Раньше легендарки дропались прям из премиума нормально, а сейчас... А сейчас вот такие вот. Ой, почему так сильно больно? Сорян, если меня плохо слышно, ребятки, но горло болит чуть-чуть. Поэтому напрягаться не могу. Давай! Да ну, чё тебе? И повторочка причем. Или нет? Ну, вроде бы была повторка, оказывается, нет. Ну и гарант. Гарант, СКС-очка, давай, давай. Короче, если вам СКС-ка не нужна, то лучше не открывать. Делаем вот такие с вами выводы. Ладно, поехали дальше. Это еще не все. Попробуем еще, ребятки. Так, ну что ж, ребятки, очередной аккаунт. Уже подписчица предоставила. Тоже огромное спасибо, что дождалась 3 часов ночи. Уже 3:30. Погнали, давайте открывать. Посмотрим, что здесь по дропу. Может, хоть здесь упадет эта СКС-ка. Пожалуйста, давай. Давай, прямо сейчас СКС-очку. Пожалуйста. А то вообще ничего. 4 аккаунта и везде гарантом. Ну, это же вообще не по фэншую. Ну-ка. Ну, давай. Ну, давай. Просто до одного гаранта так дойдем. Вот, давай. Нет. Дальше будем без пропуска. Может, отсюда упадет? Ну, давай. Давай отсюда. Мне кажется, они видят, что, типа, у тебя есть достаточно кейсов до гаранта, значит, тебе не видать СКС-очку. Если бы было бы недостаточно, тогда бы, может быть, мы еще подумали. А так, до свидания. Весюлька. Весюлечка. Прекрасно. Просто обожаю, когда весюлька падает. Это самый нужный дроп, который может быть. Давай. Давай шлем хотя бы. Ну, типа, чтобы была хотя бы какая-то легендарка. Пожалуйста. Очень тебя прошу. Обвесы пусть падают, потому что мы все равно будем доходить до 120. Ничего не сыпет вообще, ну максимально пустой кейсик, ребят. Граната. Граната. Ай, чтоб ты был здоров с этой гранатой, конечно. Не болел. Вообще не хочет падать ничего. Не, ну... Я буду называть ролик, не открывая этот кейс, потому что, ну, вы сами все видите. Во-первых, СКС-ка, да? Мало кто с ней играет. Для начала, давайте так скажем, да? А во-вторых, ничего и не сыпет. Ну, давай! Давай уже. Шлем. Ну, хоть и шлем. Ну, хоть на этом спасибо. Ну, и придется докручивать до гаранта снова же. Если честно, я даже последнюю десятку не буду трогать именно кейсиков. Пускай копит дальше, да? Пусть копит дальше, потому что... Ну, вы все прекрасно видите сами. Я даже с пропуском открою. Поехали. О май гад, СКС-ка. Как неожиданно. Ровно гарант там упал. Короче, дальше открывать даже не буду, потому что... Ну, а зачем? Зачем, если ничего не сыпет? Опачки. Новый дроп, кстати, вы видели, да, поменяли. Именно теперь выглядит вот таким вот образом. Короче, давайте еще один аккаунт попробуем. Если и там такая же ситуация, уже сделайте вывод. 5 из 5, если будут пустые, тогда вывод напрашивается сам. Погнали. Ну и последний аккаунт, ребятки. Заходим сюда. Здесь, чтобы вы понимали, премиум кейсов 500 штук. Но мы снова же тратить все не будем. Мы откроем конкретно 120. Потому что тратить на такой кейсик все, ну, максимально, конечно же, будет глупо. Потому что ничего не падает. Просто посмотрите. Здесь стоял пропуск. Давайте посмотрим. Вот, просто ничего не падает, ребятки. 5 десяток пропуском. Ничего не упало. Идем дальше. Давайте откроем все. И в конце уже откроем вот эти гаранты. Может быть, так упадет что-то. В чем я, конечно, сильно сомневаюсь, но все же. Давайте попробуем. Идем дальше. Сколько мы кейсов открыли за сегодня? 600. 600 кейсов. И все гарантом. Все гарантом, ребятки. Это максимально плохо. Вот прям хуже некуда.
Просто ничего не падает. Есть три легендарки, и те не падают. Не то, что СКС-ка. Короче, испортили ящик, если честно. Была бы Скорелька, я думаю, было бы намного лучше и в тему. Как ни крути, потому что все-таки Хэллоуин. Но разрабы решили так. Ну и давай. Соточка вот. Соточка кейсов. Ничего не упало. Просто за 100 кейсов ничего не упало, ребят. Давайте одну десятку вот так. Весюлька. Ой, спасибо большое. А я прям думал, упадет весюлька или нет. Вот прям сидел, сомневался. Но нечего сомневаться, это PUBG. Весюлька по-любому упадет. Шлем упал, спасибо. И гарантированная СКС-ка, прекрасно. Так, закрыть, закрыть. И теперь давайте что? Давайте гарантика откроем и получим еще одну весюльку, да? Обвес, ну конечно, куда? У нас же есть СКС-ка теперь. И давай еще один обвес, да? А нет, граната, мы же без гранаты, точно. Короче, ребятки, как говорится, пятый блин комом, да, по-другому это не назвать. Ну и на этом, в принципе, все. Это все, что хотел вам показать и рассказать в этом видосике, ребятки. Надеюсь, он был для вас полезным. Я, конечно же, открывать этот кейсик не планирую, потому что, повторюсь, он, во-первых, максимально пустой. Во-вторых, вы видели, что с дропом, поэтому делайте выводы сами, открывать или нет, нужно вам это или нет. Я сделал все максимально для того, чтобы вы поняли, что с этим кейсиком. На этом, в принципе, все. Берегите себя, берегите своих близких. Не забывайте, ребятки, про розыгрыши. Не забывайте про самый лучший телеграм-канал, где у нас именно самая оперативная и быстрая информация. На этом все. С вами был Dream. Всем топ-1. Всем приятного дня. Не болейте, ребятки, не болейте.